Логистический коллапс в городе Владивостоке создает проблемы при реализации проектов по благоустройству в нашем городе. Две недели у подрядчиков не было бетона, соответственно, все работы, которые являются основными, были остановлены на этот срок. На сегодняшний день также существует проблема с поставкой детского оборудования и спортивных сооружений для реализации проекта «Город для жизни». Также у нас проблема с доставкой опор. Допустим, на стеле пакетботы, которые делаются в рамках программы формирования комфортной городской среды, должны быть установлены столбы освещения, которые на сегодняшний день у нас изготавливаются, и существуют возможные риски точно так же с доставкой их из Владивостока. Два месяца они могли доставить опоры освещения для нашего сквера по Циолковского 30, который также благоустраивается в рамках той же федеральной программы «Комфортная городская среда». У дорожников были проблемы по фонарям, которые необходимы для установки их на линиях наружного освещения. Поэтому задержка по тем работам, которые ведутся сейчас в городе, она есть. И будем надеяться, что до конца этого года мы все реализуем и все проекты будут выполнены.